Здрасте! Как мы любим, коротко о событиях на ближайшие дни. О событиях, о которых необходимо знать и к которым хорошо бы подготовиться. Коротко. Гребаная Москва, здесь всегда есть чем заняться. К примеру, уже завтра. Для тех, кто смотрит нас в пятницу. Ну, или сегодня. Если вы включили это видео в субботу. Пройдет открытый ковер БЖЖ Фрикс в школе боевых искусств Дмитрия Носова на метро Преображенская площадь. Мероприятие это еженедельное и проходит каждую субботу в 14:00. 10 схваток. Форматы ги и ноу-ги. Вы сами определяете, в какой форме вам удобно бороться. Например, если вы готовитесь к ACB World Championship No-Gi, разумеется, вам было бы эффективнее набороться без кимоно. В общем, суббота, 14:00. Отличный способ попотеть с единомышленниками на ковре и после в сауне. А можно просто тусануть среди борцов, чтобы все подумали, что вы тоже борец, ну или бороться умеете. Говоря об открытых коврах, отдельно стоит выделить детский open mat, который также проводится в той же самой школе боевых искусств Дмитрия Носова. В воскресенье, 26 ноября, в 13:00. Если вам или вашему юному спортсмену больше, чем 7 лет, welcome! Адрес внизу в титрах. Или вверху, бог его знает, куда он не подмонтируется. Но, что особенно интересно, на таких мероприятиях для детей в школе Носова всегда присутствует чемпион, который делает заметки, дает комментарии и рекомендации юным спортсменам. В этот раз в роли наставника юных борцов выступит заслуженный мастер спорта по самбо, двукратный чемпион мира, Приказчиков Владимир. В общем, хотите, чтобы ваши дети боролись еще лучше, приводите их в школу Носова на открытый мат. Также завтра, или уже сегодня, 25 ноября, есть отличная возможность улучшить свою джиу и поучаствовать в добром деле одновременно. В принципе, об этом событии мы уже говорили в прошлом выпуске, поэтому не станем придумывать новых слов, а повторим предыдущие. Благотворительный семинар, который проведут сразу 4 черных пояса. Все они нам достаточно известны, и у каждого из них есть чему поучиться. Это Даут Адаев, лидер команды Адаев Team, Checkmate Moscow. Михаил Погодин, глава клуба 22 Fight Club, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Николай Чучкалов, также черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. И руководитель команды Icon Russia Крионча. И наш давний приятель Рафаэль Дос Сантос Силва, который в свое время приехал из Бразилии, где много-много диких обезьян, и осел на территории Российской Федерации. Важно отметить, что мероприятие благотворительное, то есть у него нет назначенной стоимости. Каждый пришедший может пожертвовать приемлемую для него сумму. Средства пойдут молодой маме со страшным диагнозом. Катюша, так ее зовут, нуждается в помощи, и каждый из нас вполне может внести свой посильный вклад. Фриксы со своей стороны тоже не остаются в стороне. Мы планируем снять весь этот семинар и в смонтированном готовом видео-варианте выложить в разделе «Товары» в нашей группе. Все собранные средства также в формате «Кто сколько может» пойдут в общий благотворительный котел. Единственное, что можно здесь добавить, ко всем уже заявленным черным поясам, присоединяется еще один Black Belt из Бразилии, Родриго Тейшейра. Родриго Тейшейра, Black Belt, прямиком из Бразилии. Что не успеют показать таким составом за 2 часа? Важная информация. К моменту выхода этого ролика наверняка уже будет известен победитель нашего конкурса репостов, в котором мы разыгрывали бесплатное участие на чемпионате мира ACBJJ World Championship No-Gi. Но, если вам в этот раз не улыбнулась удача, а принять участие в чемпионате вы намерены, вам необходимо знать следующее. Льготная регистрация по цене $80 для взрослых и $40, если вы ребенок, заканчивается уже 25 ноября. Ровно в полночь. Карета превратится в тыкву, а льготная регистрация закончится.
И тем, кто долго думает, придется заплатить уже сотку баксов. Ну, понимаете, да, о чем речь? Наш вам совет. Не мешкайте с регистрацией, не тормозите, не ждите, пока кто-то якобы добавится еще к вам в категорию. Поверьте, таких ожидающих тьма тьмущая. И все сидят, уткнувшись в компьютер, и ждут, когда появится еще одна новая фамилия. Но возьмите на себя такую ответственность, впишите свое имя и удовлетворите ожидания себе подобных. Глядишь, и вам кто сделает подобный подарочек. В группе ACBJJ и в корреспонденции в нашей группе BJJ Freaks появляется масса вопросов о том, как зарегистрироваться на этот чемпионат. Мол, PayPal хреново работает, руки у нас кривые и так далее и тому подобное. Ребята, все просто. Когда вы регистрируете свое имя на сайте acbjj.com, вам в течение 2 минут, я не знаю, может быть 5 секунд, приходит письмо на почту, на ту самую почту, которую вы указали при регистрации. В этом письме внизу, ну если промотать вниз, проматываете, указаны реквизиты банковской карты, на которые можно сделать перевод в случае, если с PayPal у вас что-то не срослось. Самое главное, что после того, как вы сделали перевод на эту банковскую карту, вам необходимо отправить письмо с подтверждением вашей оплаты. Ну, разумеется, указать имя, фамилия, там, я Иванов Петров Сидоров, оплатил участие в чемпионате, вот, пожалуйста, скрин. Адрес, на который необходимо выслать письмо, info@acbjj.com. Ну и, разумеется, будьте готовы в череде супер-пупер-мега-архизвездных семинаров по бразильскому джиу-джитсу, которые пройдут в промежуток с 5 по 10 декабря. На данный момент они не все официально заявлены и не обо всех есть информация в сети. Но поверьте нашей осведомленности, будьте уверены, семинаров будет предостаточно. И все это благодаря грядущему ACBJJ9. Приезжает 16 мастеров с мировым именем, и никто из них не упустит отличную возможность слегка подзаработать. Ну, про совместный семинар Браулио и Стима и Филиппа Пена вы уже в курсе, мы публиковали об этом информацию у нас в группе. Примерно рассчитывайте, что 8 числа будет сразу несколько семинаров в разных клубах от разных звезд. Обязательно рассчитывайте на то, что пройдет семинар от нашего друга Адама Варжински. На этот раз семинар пройдет в Ноуги. И предварительно это 8 и 10 декабря. За день до ACBJJ9 и на следующий день после ACBJJ9. Так что хватайте свои сбережения, складывайте их в сумочку и дуйте в Москву, тратите их на развитие своего джиу-джитсу. Вот, пожалуй, все. В общем, следите за новостями в нашей группе, и они не заставят себя ждать. Будьте с нами, будьте в теме, будьте в курсе. Пока, ну или там привет, не огорчайте родителей, привет родным, будьте умницами, доброго здоровечка, ведите себя хорошо, порадуйте тренера, ну все, выключаем.